сверкали, наковали счастливых лет верениц копеек. Почетной грамотке 100 фонтаний. Не остановись до детства, остановись до детства. Там вот какая фишка, я вспомнил. Мы как-то... Вот тот ритм, который ты играешь, он нормальный, но потом там получается первая часть куплета в таком ритме, а потом он как-то сравнивается на более такой прямой. То есть мы выходим как-то чуть-чуть, и он выравнивается. И в этом тоже, где вот мы поем в припеве, там... Кому накаркали, накуковали, в этом ритме держишь. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Почему-то мне остановись-то детство, остановись-то детство. Уже простой начинается. То есть ты вот именно так менял в прошлый раз. И оно было как нормально, потому что ну, чуть-чуть ритм менялся, было интересно. Вот. Вот что я вспомнил. Так и было. И это существенно, правда. Давайте еще раз попробуем. Вот первую часть играть в таком, а потом чуть-чуть он более... Как это? Я не знаю, как это называется. Такого босановского...